Большое сожаление, хотел бы... Полагаю, что мы все одинаково разделяем подход, что международная деятельность... ...бывает выкреплять сотрудничество. А сейчас хотел бы предоставить слово представителю Союза, не говоря уже о за его пределами. Всегда поиск компромисса в вопросах сотрудничества. Кыргызстан подписал договор. И премьер-министр Армении Карен Евгеньевич Карапетян. Желаем вам успехов. Спорить. Главным для нас в настоящий момент является...